Hey, what's up, guys? I'm back with another reaction video to Tim Marzah video, Evil Ghost in the House Next Door. And, it's a new one. Looks good. And if it's good, I'll upload it. And, yeah, thank you, Tim, for, venturing out to these places. And, yeah, if you like my reaction, please like, subscribe, share, comment if you want to. And let's start. Было. Твою мать. По ноге ударил. Я физически не могу здесь находиться. Всем привет, друзья. Меня зовут Тим Морозов. Сегодня я нахожусь в доме, в который меня пригласили рядом живущие здесь соседи. Несколько лет назад они купили дом по соседству, и все было хорошо и тихо. Но буквально год назад в доме по соседству, то есть в этом доме, в котором я сейчас нахожусь, начали происходить странные вещи. Самое малое – это то, что они по ночам слышат разные звуки с этого дома. Иногда они похожи на голоса и страшные крики. Проходя мимо и смотря в окна, они замечали занавески. Они бывают то открыты, то закрыто. Однажды, также ночью, они увидели мерцающий свет, но дом давно уже не подключен к электричеству. Однако ключевым моментом, чтобы написать мне, стало то, что глава семейства пошел все-таки разобраться, что же за звуки издаются с этого дома. Он долго смотрел в окно и пытался увидеть, откуда берутся звуки. И тут, откуда ни возьмись, появилось существо, похожее на человека. Но на голове у этого существа были будто большие рога. Это все, что он смог запомнить. Его одолел просто дикий страх. Он отпрянул от окна и больше к этому дому не возвращался. Конечно, это можно все выдумать или может показаться. Но первым делом я проверил дом на Эми. Измеритель электромагнитного поля. И обнаружил показания. Обнаружил активность. Здесь что-то есть. Охренеть. 400-500. What does that mean when it goes up high like that? Electromagnetic field? Is there electricity back there or a magnet? Ну, друзья, возле этого зеркала вообще доходит до 900. Работа счетчика, например, когда подносишь к счетчику, там всего 40. Здесь 900. Поэтому сегодня я проведу здесь ночь совершенно один. Ближе к ночи я установлю все камеры. Но пока пускай пишет основная камера, чтобы ничего не пропустить. Так, друзья, время за полуночь. Именно сейчас пошла постоянная, небольшая, правда, ну как небольшая, в районе 20, постоянная паранормальная активность, и как-то со временем начала уже болеть голова. Не знаю почему, какое-то давление именно в этом месте. What's that?
походу, друзья. Что-то начинается. Это с коридора. У меня именно там расположена радионяня. У меня там есть и камера, поэтому я туда не пойду. Фак. What was it? Сейчас были слова. Точнее, как мне показалось. Слово. То ли и, то ли имя Игорь, то ли играй. Охренеть. Конкретно что-то начинается. You're saying the F word, but the caption's coming out heck. That's funny. Тем более усиливаются. Смотрите. Ну там сейчас лежит мячик. Скорее всего, по радио няне было сейчас слово «играть», а это как знак. Кто же это может быть? Ты хочешь со мной сыграть? С этим мячом? Покажись мне в своем обличии. Давай сыграем с тобой. Покажись мне в своем обличии. Я хочу тебя увидеть. Возьми этот мяч. Oh shit. Охренеть. Сейчас выбил сверху этот мяч. What? Нахер. Я его сейчас подкидывал. Вверху по нему походу. То ли удар был. Oh shit. Там есть то?
Там есть кто-нибудь? Как будто бы какой-то туман. Соседские собаки лают. Ты же не человек. Сюда пришел. Охренеть. Фак. Не может быть такого. В этом доме действительно что-то есть. И оно двигает велосипеды. Открывает двери. И хочет поиграть. There's a lot of activity in this house. Охренеть, блин. Что сейчас было? Оу. Там здесь. Оу, шит. Блин. Блин. Чёрт возьми. Oh shit. Я не желаю тебе зла. Кто там? Вот он, чек. Oh, if face pops up, I'm gonna fucking scream. What the hell am I? Face pops up. Fuck, man. I'm gonna fuck off. Holy shit. Твою мать.
Я не желаю тебе зла. Кто ты? Shit. Bro, that's freaky. Сейчас сказать. Страшно туда лезть. Ну вроде там никого нет. Фу, блин. Вау. Черт. Что это там такое черное? Something burning there. Как будто что-то. Как будто кишки какие-то. Или что это? Твою мать. Там есть кто-нибудь? Something burnt. Спрятаться, в принципе, негде. Твою мать. По ноге ударил. Прям в коленку. Зачем ты это делаешь? Я не желаю тебе зла. Твою мать. Ему еще что-нибудь прилетело, а? Как теперь вылезти? Твою мать. Я не желаю тебе зла. Battery running out. Закрывайся в подвал, нафиг вылазить. Заболел.
Снова с коридора. Пока я был в подвале, почему-то камера, походу, тоже села. Oh, shit. Как-то здесь все быстро садится. Почему он меня зовет в подвал? Я не понимаю. Блин, дверь скрипучая. Зачем ты меня сюда зовешь? Два удара. Там было близко очень. It's crazy. Oh. Блин. Чего ты хочешь? Чего ты этим добиваешься? Я очень сильно заболела. Ай. Зачем ты это делаешь? Твою мать. Надо еще раз проверить на Эми. Тоже там было и тоже. Ай-яй-яй, как голова болит. Охренеть. Показания еще стало. Еще стали гораздо больше. Это все электромагнитная активность. Возможно, из-за этого так голова болит. Здесь постоянно какие-то электромагнитные импульсы присутствуют. It's crazy. Друзья, это капец. Постоянная активность на Эми доходит до 70. У меня страшно болит голова. И физически не могу здесь находиться. Поэтому я думаю, надо собираться. Выходить на связь, на контакт, появляться никто не хочет. Присутствует сильная паранормальная активность. Пока затишье, надо собираться и валить отсюда. Damn, we can't stay there. Это что еще?
Как бы уйти отсюда побыстрее. Фак. Друзья, сейчас в машине. К сожалению, на этом пришлось закончить эту съемку, потому что очень сильно разболелась голова. Я не знаю, ну вы все увидели прекрасно, потому что сильно идет какие-то магнитные волны. Но самое странное то, что когда я начал собираться, все подутихло. Возможно, что это кто-то, кто выгоняет свои территории, выгоняет с этого дома, я не знаю. Также относится к соседям. Может быть, он считает, или оно, что это его территория. Поэтому проявляют все эти разные звуки. Не знаю точно. Вот смысла, в принципе, возвращаться сюда нет. Объект не выходит ни на контакт, как таковой. Не подает никаких голосовых сигналов невидимых. Только пытается напугать, такое чувство. Пытается запугать и прогнать с этого дома. Поэтому смысла сюда возвращаться больше нету. Буду искать новые места. На этом, в принципе, все. Сейчас уезжаю домой. Всем пока. Anyways, that was Tim Morozov, evil ghost in the house next door. That was crazy. He got scared out of there. Yeah, I'm looking forward for new videos, Tim. Another great video. And if you like my reaction, please like, subscribe, and share. Comment if you want to. And I'll see you guys later. Bye-bye.